Привет, ребят! Меня часто спрашивают, как корректно выйти на сухие дни? Что делать, если к вечеру открывается нереальный жор? Как быть, если тянет почки? Как лучше выходить на малоедение? Что дает облегченное питание? Открывает ли оно какие-то способности? Ребят, если вас интересуют подобные вопросы, то именно для вас я открыла клуб, который называется Live Room. Это закрытый клуб. И там мы с ребятами поднимаем все эти вопросы. Как лучше выйти на сухие дни? Сколько изначально делать? Почему так? Почему вы будете срываться? Какие эмоции превалируют? Как с ними работать? Как быть с определенными органами и о чем они вам сигнализируют? О всех этих вопросах я рассказываю в закрытом клубе. Если тебе интересно, если ты хочешь изменить свою жизнь, если ты уже готов, но нет четких инструкций, ты не знаешь, где их взять, присоединяйся. Может быть, там ты как раз найдешь на многие свои вопросы многие ответы. Я жду тебя.